Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за среду, 1 февраля 2023 года, на нашем канале. Polar пополнил базу 3D-моделей для проектирования в AutoCAD. Крупный склад для хранения кондитерской продукции появится в Егорьевске. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. Polar пополнил базу 3D-моделей для проектирования в AutoCAD. Компания Polar существенно пополнила базы 3D-моделей для проектирования объектов торговли и общепита в AutoCAD. Доступны модели всех шкафов шоковой заморозки, холодильных столов серии Grand с боковым и с нижним расположением агрегатов, барных столов шкафов в различных вариантах исполнения. 10. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Крупный склад для хранения кондитерской продукции появится в Егорьевске. В Подмосковье идет строительство склада для кондитерских изделий. Многоуровневый складской комплекс в Егорьевске площадью более 7,7 тысячи квадратных метров предназначен для приемки, хранения и отправки кондитерских изделий компании «Мир сладостей». Объект включает в себя также всю необходимую инфу. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Обсуждайте новости и обращайтесь за помощью к специалистам по холодильному оборудованию в наших группах. Ссылки внизу.